Евросоюз, я убежден, что рано или поздно он развалится, потому что слишком они разные. И я думаю, что Америка, любимая нами, она участвует в этом развале. Им невыгодно мощная, очень мудрая Европа. Я не думаю, что там все развалится, не дадут этому развалиться. Есть люди, которые в этом заинтересованы, и это очень большие люди, очень богатые. Поэтому, естественно, недовольны, потому что Евросоюз изначально слеплен, знаете, из разных кусков. Это называется железо с пластмассой, с бумагой, с пластилином. Все вместе вот так вот слепить и сделать типа мячик или там какое-то изделие. Непонятно, из него все торчит в разные стороны. Что, Евросоюз сильно помог Греции? Как-то она поднялась, что ли, очень до небес? Да? Или Ирландия, или Испания? Ну вот кто? Что, Сербия шикарно живет, да? Ну, как-то я сомневаюсь, вот что-то как-то меня по сомнению гложет. И я боюсь, чтобы Евросоюз поднятием экономики на Украине тоже не занимался бы вот как-то вплотную. Я не знаю, почему так вся Украина стремилась в Евросоюз. Они думают, что сейчас вот озолотятся. Нет, нифига не озолотятся. Глядя на Евросоюз, вообще, мне кажется, что в нем хорошо только Германия. А все остальные только пострадали. Граждане определенных стран успели уже наесться этим Евросоюзом, хотят вернуть свои национальные валюты, которые были раньше. Но правда, кто ж им даст? Вы же когда-то согласились. Вы один раз прогнись, будешь прогибаться всю жизнь.